Здравствуйте, дорогие друзья! Пока вы немножечко присоединяетесь к нам, я хотела бы вам рассказать о том конкурсе, который уже прошел. Меня зовут Инесса Белая. Я соучредитель таких огромных конкурсов, которые проходят и в которых вы участвуете. Вот у нас подошел к концу 10-й сезон, и мы еще получаем видеообращение наших членов жюри, которые хотят с удовольствием обратиться к вам и рассказать, почему они поставили ту или иную оценочку, и, может быть, дать вам какой-то маленький совет. Так вот, мои друзья, хотела бы я и от себя похвалить многих вас. Вы огромные молодцы. И это прошел уже 10-й сезон, и конкурс все растет и набирает свои масштабы. Участники становятся все сильнее, и конкуренция растет. Так вот, хотела выделить даже тех, которые не заняли гран-при, но очень были близки к этому, и что-то где-то немножечко не хватило. Но я уверена, что у вас все получится, и впереди вас ждет огромное-огромное будущее. Тем более вас видела такое звездное жюри с разных стран, которое принимает участие в нашем фестивале и конкурсе. Так вот, хотела бы выделить и сказать, что огромная молодец – это Помощникова Вероника, художественное слово. Супер педагог, огромное вам спасибо. Вы не только научили правильно читать стихи, но еще и правильно себя подать. Это огромный плюс. И Самохина Виктория Анатольевна, вам огромное спасибо, что вы даете такой вклад в ребенка, и в принципе это заслуживает просто уважения. Татьяна Кудинова. Калиниченко. Отличное произведение. Мы слушали всем коллективом, и мне писали лично члены жюри, что вы огромное, что это заслуживает нам... Благодарю, меня немножечко отвлекают. Спасибо. Вы супер поэт, писатель. Мы с удовольствием все слушали вашу прозу и... так держать, и, может быть, у нас будут с вами даже, мы заключим договор на публикацию этих книг в Великобритании. Это все еще под вопросом, но мы с вами свяжемся и продолжим нашу беседу. Белоруссия. Простите, если я скажу неправильно. Карадзенский, Карунки. Отлично, танцевали, зажигательный танец, много было позитива. Как держать, ребята? Арт Лизард. Первое место. Ну, вы заслуживаете на гран-при. Вы молодец. Так держать. Очень достойное произведение. Просто умничка. У вас великое будущее. Может быть, кто-то когда-то у вас будет покупать ваши песни и стихи. Так что, возможно, композиторы будут тоже зарабатывать в этом плане деньги. Так, как Аулин Максим? Отлично. Вы заняли первое место, но вы были очень близки к гран-при. Игина Мария. Первое место тоже как гран-при. Просто супер. Андрей Губин. Отлично. Грейта Сухомлинов. Александр. Просто... супер-супер. Преподавателю Акопян Кристина Артуровна огромное спасибо. Вложились на все 1000%. Молодец, как педагог. Еще бы хотела отметить, вы еще часто задаете вопросы. Вот мы выступили, что потом? Ну, что потом, я вам расскажу. Вот сейчас выделю тех, кто, в принципе, очень сильно запомнился. Рустам Кязимов. Очень харизматично, отлично. Алина Зебрицкая, браво, профи. Я бы хотела побывать на ваших концертах. Сара, профи, супер, да. Дуэт Романтика, да, вы не взяли гран-при, но вы суперстар, вы молодцы. Алина Давыдова, умничка. Павленко Алина, отлично. Детская студия Листвица. Песни «Мама».
Огромное-огромное спасибо вашему преподавателю. Она же у вас и профессор, я прочитала. Это Оксана Евгеньевна. Огромное вам спасибо. Вы огромная молодец, огромная труженица. Вы вкладываете все сердце в своих детей. И это, в принципе, очень-очень видно. Михаил Диордьев. Учитель Наталья Гридиева. Простите, я если ошиблась, просто суперстар. С удовольствием, профи, это Ауга Пятян Самбел. Это просто супер, я бы хотела, чтобы вы выступили со своими концертами в Великобритании, и мы вас наберем, и, в принципе, будем разговаривать об этом, чтобы вы сыграли на больших сценах Великобритании. Сделали свой сольный концерт. Также профессионал, это Маргарита. Огромное вам спасибо. Вы, я знаю, преподаватель английского языка, но вам нужно преподавать еще и уроки музыки. У вас есть чему поучиться. Вы огромная умница. Татьяна Кудинова-Калиниченко. Отлично. Если я уже, по-моему, говорила, да. Повторяюсь немножко. Брас-банда. Огромная благодарность преподавателю. Ну, ребята, вы суперстар, молодцы. Алексей Юрьевич, вы вложили в своих детей харизматичность. Ребята не просто играли на инструментах, они еще и танцевали. Они, вас было не только приятно слушать, но и где-то мы даже подтанцовывали. Так что суперстар, молодцы. И, ребята, вам повезло с вашим преподавателем. Это я вам говорю на 100%. Помощникова Вероника говорила уже, да? Эти вопросики мы говорили. Ольга Никитина, шоу супер. Я надеюсь, что вы со своим шоу даже выступите тоже в Лондоне, в Великобритании. Актриса, вы супер, и как вокалист тоже. Так что мы вас тоже приглашаем. И коллектив, хоро-коллектив. Вы тоже молодцы, отлично, супер. Так держать, мы вас тоже приглашаем в Великобританию. Друзья мои, вот такие награды вам уже сегодня будет рассылочка. Будут идти вот такие награды, вот такие дипломы. Вы спрашиваете за медали. Все, у кого гран-при, получают их бесплатно. Вот такие красивые дипломы. Вот такие, друзья мои, дипломы есть, которые вы будете тоже получать. Вот такие красивые дипломы. Так вот, по поводу наград. Или давайте сразу скажем по поводу, кто едет в Великобританию. В Лондон мы приглашаем всех. Но оргвзнос мы не берем с тех участников, которые заняли гран-при. Так что все остальное, виза и трансфер, ну, это, конечно, и проживание, это будет за ваш счет. Мы не берем оргвзнос, вы не платите. Ну и поэтому вы будете выступать на сцене Великобритании. Так что мы вас приглашаем. Вопрос, когда будет следующий, третий уже конкурс в Великобритании, фестиваль талантов? Я вам отвечу. Он будет в самом центре Великобритании. Он пройдет практически через год, в 2020 году осень. Так что нужно уже сейчас думать и планировать свои действия, как вы будете ехать. Почему? Потому что, тоже отвечу на этот вопрос, нужна виза. Нужно правильно собрать документы. Мы вам поможем. Мы сопроводим. Мы вам найдем недорогое жилье, которое будет тоже находиться в центре Лондона. Так что по всем вопросам у нас есть бюро, которое вам поможет и вас сопроводит. Отдел этим будет заниматься. Какие еще вопросы по наградам? Все, кто занял призовые и непризовые места, получают дипломы на электронную почту. Гран-при, кто занял,
всем дипломы, вот такие я вам показывала, вы получаете как бы бесплатно. Все остальные, кто желает приобрести диплом на деревянной основе, ну, тем нужно будет заплатить именно за произведение такого искусства. Тем более, ну, оно стоит, к сожалению, сейчас много денег. Еще какие у вас вопросы, пишите. Мы с удовольствием на них ответим. Ну и многие задают вопрос, что же дальше, вот после конкурса? Ну, я думаю, каждый из вас или слышал, кто занимался спортом. У каждого есть какие-то достижения. Сразу белый пояс, потом еще какой-то пояс, еще. И черный, да? Не знаю цвета, цветов этих поясов. Но вы идете, доказываете себе, что вы можете, что вы сумели. И чтобы ваш талант был подтвержден таким замечательным дипломом, и тем более с Великобритании. Дипломы эти очень значимые, они все идут номерные, так что их подделать невозможно, даже если у вас он на электронной почте, он все равно будет защищен, этот диплом. Зачем он нужен? Конечно, он будет котироваться при поступлении в вузы. Ну и вам будет приятно, и вашим детям, что они получают вот такие награды. Но еще хотела вам рассказать одну интересную историю. У нас жюри, которое находится по всему миру, я вам говорила, очень значимое жюри. Так вот, одну из наших участниц я вам уже рассказывала, вот сейчас покажу. Это Наталья Жижко, вот такой у нее сборник уже есть, Наталья. Вот такие картины красивые. Она тоже нам прислала замечательную картину. Вот такая художница. Она была приглашена в Италию на персональную выставку со своими картинами. Друзья мои, не сидите дома, сложа руки. Обязательно вам удача будет улыбаться. Если будете хотя бы немножечко к ней идти, и, может быть, вам вас пригласят сниматься в кино, или сделать тоже персональную выставку. Или, может быть, вам напишут песню. Или вас пригласят в какую-то передачу. Вот у нас тоже одна участница была, круче всех, я тоже пригласила. Кстати, мы сейчас подписываем договора со многими телеканалами, которые будут пользоваться нашей базой данных, которая есть у нас. А это база данных ваших талантов. И они будут тоже приглашать к себе вас, дорогие друзья. Так что мы вас любим. Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь, пишите. Мы всегда с вами. Огромная команда Golden Time. Так что мы всегда ваши. Мы вас любим. Ну и всего вам хорошего. До свидания.